Здорово, друзья! Сегодня у нас будет рубрика «Голый соло». Ну и мы, конечно же, продолжаем ту самую рубрику, в которой мы поднимаемся с полного нуля. Ну, как с полного нуля, да? Так-то это не полный ноль. И в целом у нас, как обычно, есть с собой МКшка-вышка на коллиматорном прицеле. Ну и шестой рюкзак на этот раз. Немножко патрон, аптечка, там энергетик. В целом, все по минимуму. И задача, конечно же, является такой, что нам нужно поднять фуловый шестой сет. Ну и если вдруг мы выбьем ткань, то пойдем в радиацию. Если не выбьем, то придется побегать наверху и уже что-то сделать именно там. Последние ролики у нас получились очень жирными, и мы выносили почему-то, на удивление, очень-очень много. Посмотрим, что получится на этот раз. Не забывайте влепить лайк, подписаться на канал. Ссылки все, если что, вдруг будут в описании. Ну и, конечно же, в описании вы сможете найти мой телеграм-канал. Там проходит розыгрыш, будут еще розыгрыши, так что советую, как говорится, подписаться. А также, если вы хотите задонатить в игру, и у вас нет такой возможности, то можете зайти тоже туда, вам там помогут. Ну что ж, как обычно, красивый костюм. Не знаю, будем ли мы брать двери, наверное, не будем, пока оставим. И в целом начинаем. Пятая карта, соло-режим, урон на МКшку. Перекачиваем. Ну и погнали. Новый сезон в PUBG Mobile. Я только зашел в игру, и как вы видите, у меня нету РПшки. РПшка стоит 300 UC-шек, и покупка UC происходит для игроков из России только через сайт playrock.com. И это лучший сайт для доната в игры. Вы можете купить 300 UC или 360 UC на ваш пас прямо через мой профиль на сайте. Или же выбрать другого продавца. Покупка происходит в пару кликов. Переходите на сайт по ссылке в описании, выбирайте нужное количество UC, оплачивайте с банковской карты или Kiwi кошелька, ну и, конечно же, получайте UC по вашему ID в игре. Буквально 5 минут и все готово. Купленные UC у меня на аккаунте, и на них я покупаю новую РПшку. Сотни тысяч игроков уже получили донат через PlayRock. Более 500 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Ну и, конечно же, РПшка должна быть у каждого игрока, так что залетайте на сайт playrock.com, покупайте UC-шки только там, ссылка будет в описании. Так-с, мы начинаем. Правда, спаун здесь крайне опасный. Я вот реально, на самом деле, боюсь здесь бегать, потому что, ну... Слиться можно вначале где угодно, по сути-то. Если есть такая возможность, то лучше где-нибудь лечь и уже оттуда отыграть. Хотя бы забрав первую шестерку в спину. Потому что иногда перестрелять его может быть очень тяжело. Это голый. Но мы спалились. Это фигово. Кстати, по-моему, у него тоже был только шестой рюкзак и больше ничего. Ну, может быть, какой-то мизерный броник был. Опа, идет. Ну, блин, это было тупо. Просто не в том месте, не в нужное время. Так, это где мы? А, понял. Тот самый баганый спаун, где образуется еще и второй щит. Просто супер. Слушайте, так-то мы можем сигануть в радиацию, но, скорее всего, нас там сразу же ждет человек, поэтому мы пойдем, наверное, на босса. Вот прям сразу же на босса. Здесь мы успеем хотя бы выжить, потому что... Блин. Если боты сейчас зарезаются, то могут быть проблемы. Ботов нет. Готов. Прикольно получилось. Ой. А чего, блин, выпало такое-то, ну? Как же это сложно.
Такс. На шестерочке. Я понял, где он. На крыше просто, банально. Ну, вообще ужас. Так, если мы отойдем вот сюда вот. Домой его. Не, ну а чё он, а чё он? Я, блин, кстати, так до сих пор не знаю, как туда забраться. Хотя, наверное, знаю. Судя по всему, это делается вот отсюда. Ну да. Прикольно, но небезопасно это, если честно. Так, ну сегодня ничего не выпало. Ну спасибо, ну спасибо. То есть мы сейчас закрыли вот столько людей, и у нас нету шестой брони. В этот раз не повезло. Потому что обычно шестая броня как бы в такие моменты у нас уже бывала. Хотя есть все. Типа вообще все выпало, но кроме брони. Так что даже вот так вот. Я думаю, стоит сходить на Garnet Mansion. Там по-любому должны быть еще люди. Правда, опять же, бегать в открытую. Ну, иногда себе дороже. Ну, давайте попробуем. Такс. Думаю, в магазин уже кто-то забегал. Но можно, конечно, посмотреть. Ну, прикольно, если, допустим, у человека не хватило денег, чтобы купить груду золота, и мы ее купим. Ага. Чел купил флайерку, окей. Ну да, четверкой пойти в радиацию. Ну, вообще... Этот человек гений, вот этот вот. Он гений, я вам отвечаю. На самом деле, это очень глупо. Четвертая броня, без ткани. Ну, давайте рискнем. 7 минут прошло от матча всего лишь. Так что люди могут быть вообще везде. Ну, допустим, здесь открыто, хорошо. Но ведь 1000000% здесь уже кто-то был даже, я думаю. Человек был не один. Да ну нафиг. А чё, он меня слышал? Да не может быть такого. Стоп, там еще кто-то идет. Прикиньте. Нормально. Оно взорвало, кстати. Фу, перестреляли. Отлично, отлично. Это было тяжело, но мы смогли. Хорошо, хорошо. Просто не было как-то его особо видно, поэтому что-то я поначалу прям сильно промазал. Очень сильно, но все же все получилось. Так, перепихаем все с этой брони. Ну, все же как-никак, это какие-то шмотки, вещи, деньги. Тоже нужны. Так. Ну, это потно. Это очень потно, оставляем здесь несколько пятых шмоток. В целом, брать их смысла, ну, я особо не вижу, если мы пойдем в радиацию. А мы в нее, кстати, пойдем. На самом деле, очень повезло, что вот так вот они пошли.
Опа. Опа-на. Это интересно. Это интересно то, что и здесь человек, и там человек. Лучше на самом деле не высовываться вот не в этот момент. Хотя меня могут спалить, потому что подо мной много этих собак. И они как бы за мной бегают, так что это палевно. Такс. Броня на 500. Это тупо, потому что сейчас придут еще люди. Типа, вон он там как минимум есть. Капец. Надеюсь, что у него выпала броня, и мы сможем ее хотя бы заменить. А, блин, я его в открытую вообще закрыл. Ну ок. Меняем. А, понимаете, да, он только пришел, это вообще прям новенький отсюда. И он так-то закрыл, ну, прилично людей, я бы сказал. Блин. Ого. Блин, он спустился! Он спустился и закрыл меня. Я вообще просто провтыкал. Я думал, он не будет спускаться, и в итоге... Ай, какая же глупая катка, серьезно. Хотя мы и нафармили, типа, и броню, и МКшку, но... Знаете, сколько мы потеряли? Очень много. Капец, это так обидно. Я просто его провтыкал. Если бы я реально знал, что он, типа, спустился, а не... Как дурак бы прослушал его шаги, тогда бы, может быть, я бы его и закрыл, но... Чисто косяк, серьезно, косяк по звуку, ну и, конечно же, как обычно, мешающие собаки, это дефолт. Ну что ж, снова такой же старт, погнали, Power Plant. Печально, конечно, но, блин, куда денешься? В этот раз, правда, там уже человек с самого начала, так что тут вот уже опасно. Сколько же у него, блин, патрон-то там? Что за баг? Ну хорошо. Ждем людей. Опа, кого-то забанили даже. Понимаю. За читы, походу, забанили. Почему это так тяжело идет? Что-то постоянно с прицелом не то? Да ладно. Значит, забанили не чувака, который сидел вот здесь вот с нами. И это был... Не этот чувак. Ну да, инфа, конечно, такая себе. А то, что нам выпал шлем вместо брони, обидно тоже. Как и в прошлый раз. Вот там, кстати, стрелял человек с глушителем, потом прилетел резко бан. Не знаю, может быть ему, может не ему. Непонятно. Так, еще один готов. Хорошо. Но минус в том, что это было в открытую, и...
Я так и не понимаю. А где человек-то тот самый, который сидел у нас прям рядом с нами? Ой, тут прям в открытую ведь? Ну это тупо, это тупо. Рюкзак. Где броня? Теперь возникает вопрос. Где кого забанили? Вот это вот очень интересно. И так-то бы, если есть возможность, найти бы этого ФКшника. Ну типа он теперь стоит АФК. И по сути легкая добыча. Ё-моё. Что ж ты там делаешь-то? Промазал. Так, готов. Лишь бы другие не пришли. Давай броню. Да боже мой. Ну что такое-то, ну? Почему просто нельзя взять и дать броню? Это же так глупо, серьезно. В прошлый раз, кстати, броню тоже не давали. Под конец, конечно, дали много. Но было особо уже, конечно, поздно. Пипец. Кстати, кому было интересно, на карте, по-моему, если я не ошибаюсь, всего лишь находится где-то 16 человек. Конечно, кто-то говорит, что даже, возможно, 24, но... Мне кажется, что где-то 16. Может быть, от 16 до 24. В целом это не так уж и много, хотя не так уж и мало, и встретиться с ними можно, я думаю, очень-очень легко. Опа-на, там еще кто-то есть. Ну пойдем, пойдем. У нас шлем, рюкзак, еще шлем, рюкзак. Капец. Вроде, знаете, стараешься, перестреливаешь кого-то, каких-то шестерок, голым там крысишь, еще что-то. Но. Вопрос, что выпадает? Капец, он резко вылетел, я думал, где он, он такой просто... Ту-дум, привет! Хорошо. Это, конечно, не то, что прям, что нам нужно было, но подойдет, подойдет, это уже более-менее. Почему у него три планшета вообще, это ему типа выпало столько? Ну, нормально тогда, если тебе столько выпало, друг мой. Повезло, но не повезло встретиться со мной. Кстати, вертолет вызвали, зачем вообще им нужен там вертолет, непонятно. Кстати, пишите в комментариях вообще, как вы смотрите на то, ну или вообще видите это, мы играем в крысу, или все же мы играем не в крысу. Кстати, АВМ Стальной фронт выпадает нам бесплатно. Хорошо. И здесь такая штука розовая, ну прикольно. Так, ну с авиком я, конечно, не играю, особо мне не интересен. Ну что ж, друзья, я думаю, что мы сделаем... просто мега маневр. Ну и так всякие мелочи. Даже выносим 1 200 000 за 8 минут, как бы, да? Хотя так-то пришлось закрыть целых 4 игроков, ну как получилось. Я думаю, мы на этом остановимся, не будем испытывать судьбу, потому что сейчас броня нам не выпала, и идти куда-то, ну, наверное, было бы тупо. Так что какая-то такая вот ситуация. Ну, хотя броня-то выпала, но ткани как бы не было. Сами понимаете, что до радиации доходить будет трудновато. Ну что ж, друзья, на этом все. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну и ссылочки все будут в описании. Не болейте. И до завтра. Пока.